Всем привет! Сегодня я вам покажу, как очень легко и быстро любой из вас сможет сделать вот такую вот хитрую приманочку, буквально из ничего, на коленке, минут за 15, за 20. Все материалы будут вам доступны, это факт, а любители спиннингов сразу же оценят эту плавающую, булькающую приманочку по достоинству. Название я еще не придумал, если у вас есть какие-то версии, можете предложить в комментариях. Эта приманочка делается настолько легко и быстро, что я видео решил сделать без лишних комментариев. Я думаю, всем и так все будет понятно.